Современная медицинская база санатория «Барнаульский» позволяет оказывать комплексное лечение в области гастроэнтерологии, гинекологии, урологии, эндокринологии, заболеваний сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. Большой популярностью пользуется вертеброневрологическое отделение. К нам обращаются пациенты с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями позвоночника и суставов, также осложненные грыжами и протрузиями межпозвоночных дисков. Вторая группа пациентов, которые к нам приходят на лечение, это с патологией церебровоскулярных заболеваний, то есть головные боли, шумы, головокружение, нарушение памяти. Комплексный подход в лечении, современное оборудование и индивидуальный подбор процедур для каждого пациента – залог успеха. Мы работаем и с классическими методами лечения, и с современными. Из классических – это постановка медикаментозных блокад, иглорефлексотерапия, озона, карбокситерапия, мануальная терапия. Из современных методов лечения мы освоили и применяем хорошо, с хорошими результатами. Это ударно-волновая терапия, аутоплазмотерапия и лечение на аппарате Герасимова. Эффективное лечение невозможно без качественной диагностики. Есть такая латинская поговорка «bene diagnostitur, bene curator», которая обозначает, что хорошо распознается, хорошо лечится. И то, что хорошо диагностируется, то легче лечить, результативнее. В общем, результаты гораздо лучше. Санаторий «Барнаульский» ежегодно посещают около 7 тысяч человек со всех уголков России и не только. Здесь можно получить не только комплексное лечение, но и хорошо отдохнуть. Для этого созданы все условия – комфортабельные номера, бассейн, спортзал, фитобар, досуговые мероприятия. И, конечно, свежий воздух и большая территория, благоприятная для прогулок. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком.